что-то посреди экрана. Что это такое? Глади тест. Блять, слушай, прикинь, у меня тоже ничего не настроено. Пизда, блять. Глади, делай глади UI, выбирай профиль, и выставить. Интерфейс аддонс, глади, блядь. Слышь, аффиксит UI. Все, блядь, так. Я сейчас револа делаю, все будет там. У меня тоже взяли аддоны. Валера, проверь свои, сейчас тебя тоже выскочит. Я сразу же настроил. Не понял. Так. По кому они играют, я же забыл. По мне, по Валерии думаю, они играют. Угу. А я жду ворот. Чтоб зацепить его. Друид, он без дерева, смотри. Ну как он, это пока он без дерева. Он пет на центре, я могу в пету. Просто иди, просто иди, просто лука мне. У меня вар по мне пошел. О, вот, все, видишь, блядь, дерево. Ты... Я уже сапом пуху одел. Давай, давай. Что будет у нас? Реп, 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 реп. Я жму крылья. Валерий Боб, Валерий Боб. Дал. Я фридом по себе жму, Валера. Хочешь иду давать. Не, койл диспел. Фирфу, фирфу. Все, 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 давай, давай. Давай. Меня захилить надо. Не смогу тебя захилить. Би-би-би. Просто долби. Снял. Снял листик. Все. Отдефай меня, не трогай вара. Кул циклон. Живи. Нет, тринкета. Бетомастер сейчас нажму, если выжил. Блять. Вот, сука. Хорошо, занят, подожди. Я вот не знаю, стоило ли крылья жать или не стоило. Как-то. Не знаю. И так нормально просадили. Или... Давай не буду жать эту арену. Просто ауешь и пиздец. Если бабл остался, мы бы играли. Я бы в принципе говорю, если бы сейчас что-то еще зашло, и батлмастер заранее нажал, я бы выжил. А дальше уже МВД разъебываем здесь. Что? Дальше, говорю, мы на этом сервере уже МВД разъебываем. Да, 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 ВД, ВД мы убьем его. Вархит расходы. Да заебал ты чавкать. Чё, чё на этой арене будем делать? Летим так же, блять. Так же, да. Центр или чё? Или ждём, ни одной, ни одной нашей арены не было. Пошли направо, может, нет? Нахуй направо? Они просто дальше вперед пробегут и все. Ну хочешь, пошли направо. Пошли направо. Ауру, ауру. Поехали. Он стоит. Там два бума уже. Я понял. Ну и что толку, блядь? Друид снизу. Повару, повару, повару. Просто повару. Валера на лока пошел. Уже лока. Все, 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 тремор был. Давай лока, лока бей. Я бейл. Там бета подгрыз маленько. Хочешь, даю? Давай, давай, давай. Сален дал. Валерий Боб, Валерий Боб. Дал. Я вара пока бью. Мне надо сейчас хилить его как-то. Ты, Серега, бабли уже. Я тебя не захилил. Я сам похилил. Давай, давай. Это убил. Хорошо. Где лок? Я уйду с варом, бейте лока дальше. Нового пета давай. Я уже просто ничего нет. Давай лока, пиздец. Лок. Вы между собой, да, вы между собой там рамсите, короче. Ходж дал ему. Друлю. Хорошо. Я сейчас подойду. Я пуржу. ВФ надо дать. Бля, у меня диспель, Серега, сейчас диспель просто. Фридом сможешь? Все, 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 я ушел, долбите. Ваш триню, репа. Да, мне ничего нету. Ничего нету, сорян. Блять, Валера, зачем ты сбил нахуй? Да все, мы проебали. Я пошел вниз, вниз пошел. Я умер, да я встанем. Все, ладно. Где ты, юрист? Я умер. Что, тебя ебали, что ли? Да.
Валера, ты можешь не чавкать? Это пиздец какой-то, ей-богу, заебал. Серьезно, блядь, в детском саду так делают, нахуй. Ты зря, может, с варом ушел. А что мне еще надо было танчить его? У нас нет ни бопа, ни Нески. Я снимаю 3 дота, и меня убьют. Ладно, в принципе. Еще да. Будем против кого-то играть? Да. Нет. Ну, да, мы в Лазераксис будем. С ДЦ, Рогаму и Локом. Сейчас будет? А нет, сейчас по идее еще один матч, потом будет у нас. А потом мы, да. Ну мы сейчас на них можем, мы на них можем еще в финале. Ты думаешь, мы до финала дойдем? Ну, кто, я не знаю. В принципе, да. Есть шанс. Ман, первую игру, блядь, это я там сам хуй. Ну, блядь, заранее об этом. Но я не думаю сильно. And the armor which increases healing, right? It's gonna be quite easy for the druid to outheal it. Ну если что, это пишу, ты можешь это пересмотреть. От моего лица. Валера тоже стримит. Валера даже 11 человек смотрит. Да. Ты зря, блядь, вот это цептанул, что ты сделал. Дам под рулю вот это. Он, я фул репитом сдал ему. Баш тринканул специально, чтобы дать репу, а ты сбил. Я, мне кажется, тебе просто надо не отвлекаться на эту хуйню, там, ну фернул ты, да, там, если получилось, заебись. Дамаж не отвлекаться на вара? Над руля. Лока просто вваливать и все. Ну вару, да, там можно дизарм отдать. О, кобра, блядь. He's looking good for the turbo. Indeed. Get the root on the warrior. Breaks easy. The turbo isn't taking that much damage. But neither is the WLD. It's all gonna kick off soon, I can feel it. Okay, they're training the shaman quite well now. Yeah, here's the last. Here we go. Oh, but the shaman's dropping really fast as well. Yeah, that's true. They changed from warrior to the shaman and that pays off. Yeah. Goes a death coil on the on QST. Oh, man, they're both 30%. Pet dead. He's got. Oh my god, 2% hellstone. Yeah. Тем более там лок без петов был, быть может мы бы загрызли, но там Юра мог бы не выжить. Да и забей на меня вообще просто. Там если бы не репитанс не сбили, может быть реально там лок был 30%. Потому что я дал ему ходж, потом тринканул, дал репу. Там типа лок без петов, а мы это. Можем лока трамбовать и... Чё там? У друида тринкета нет. Так хп-то тоже нет, и хил снизу. Да не надо было падать всё. А чё толку? Мне всё равно уже было. Лучше уж добить хотя бы одного попробовать. Не знаю, может тупо вдамажить, мы на пета отвлекаемся, нас за это время лок разовыешивает. Я так. Ну, я тебе говорю, друид выйдет. Да, мы все, и пиздец, и хуй. Друид выйдет с формы, только если вы просадите кого-то. Ему нужно либо циклонить, либо давать энергию. Все. По-другому он не выйдет с формы, если он будет. Если он будет... вообще не хилит, он хуй забивает, он на локе держит и все. Ну, типа, когда мы убиваем двух петов, мы уже все, не живем. Мне кажется, надо просто лока пиздить и все, и похуй на этих петов. Просто въебать ему так, чтобы он охуел. Не знаю, вот когда играли, давным-давным-давно, мы всегда ваншотили. Не сразу убивал, но всегда два пэта убивались. Ну вот мы убили второго пета, когда у нас уже по 30% хп и все, и пиздец. Лок это время всех троих раздотывает. Пока мы пета бьем. Так он и так раздотывает. Мне уже не зависит, а кто там выиграл-то? Шаман. Шаман выиграл? Валер. Кобра, да. Вар на вар пошли.
Okay, both Roots and Warrior. В Рутах стоят. Now the Warrior needs to go back on Shaman. Force the Druids to go. Шам попёр, ебать. Упал нахуй там. Он тотемчик поставил. Full blast. Ooh, Trinkets first CC. He's going in, bro. Oh, the Shaman's in trouble, man. He's not on the other side on 50%. Gets a mace done. He does. Blood Fury from the Warrior. They're going all in. Does he get the cloak? The fit? Oh. I was such a great player for the Warlock. But look at the death guard onto an S. The Shaman is jumping, man. Oh, sorry for the camera. Look at Shaman, man. QSD Trinket's a clone. But has oh, the Shaman, look, he's lost it so hard, he just jumps down going for the... Oh, no. Серега, ты когда хочешь даешь, ты кидай печать, если тебе просто. Если ты кинешь на Варлока печать, это хотя бы 50 на 50, что он не снимет хочешь дополнительно. Плюс там еще я твой знаю, талант есть. Я знаю, Юра. Ну, блядь, ты, на, блядь. Это, на это времени нет. Понимаешь, я кидаю так желтую печать на Лока, чтобы там 3% крита, чтобы дамажить лучше. Мне оно в КД. Может быть, забить на нее, но просто игра от этого диспелла хорошо. Если он диспейт, типа, деваурит его, то это забьет. Ну, я, мне кажется, лучше на шару эту надеяться. Он же и так в любом случае. У меня больше. Всегда была такая дебильная идея, что... Это, понимаешь, контроль... чтобы мне его законтролить, мне надо подбежать, блядь, бафнуть печать, скинуть печать, блядь, хочешь нажать. Ну, блин, когда просто так диспейл твоего, он даже никто из них никогда не тратит, просто 5 диспейлит и все. Надеяться на резист, блядь. Мне кажется, там надо что-то другое делать. Так, ладно. Now. The WLD is looking rough in my opinion. But at the same time, Zephyr's taking a lot of damage. He's actually lowered a lot. Goes for the life tap at 50% HP. Cool. Risking it all right now. Risky, but what can you так, do? Следующий получается мы играем. Range judgment это получается 10 ярдов. 10 ярдов. 10, оно в принципе то же самое. Они просто понимаешь, что у тебя judgment даже ГКД не есть. Нет, это я знаю. Но мне ГКД, мне дисполы надо хуярить. Я понимаю, да, ты чем больше дот диспелишь, тем заебись. Почему они варвока не могут пить? Что еще? Вдвоем пить, говорю, не могут варвока убить. Ну что, там турма? Он там на проколы. О, еще на прокол, он еще тапнулся два раза. Да, да, вот эти лайфтапы, когда на 40%, ты что-то вообще, ну все, все, там что-то. Не, нифига, как-то захилил его. Да все, сдох. Yeah. Сейчас Кобра этого отпиздит. Радин в ЛД будет смешно. Сейчас Кобра всем леща даст. Там дроида мана нет. Так, мы сейчас против них получается или против кого? ДЦ Лок Рога мы играем, мы же в лазерах. А, все, все. Пиздец, там два в ЛД в лазерах. А, почему нас кинули в нижнюю сетку? Чё, дауны, что ли? Почему нас должны верхнюю кинуть с моего озера? Мы с верхней сетки, смотри, видишь, в лузерскую нижнюю нас, блядь, на ВЛД кинули с какого-то хуя. Она должны на ДЦ Локрога или нет, блядь? Да ничего не должны, там же этих буст шамана нет, получается? Да я тебе говорю, в лузер брекете, блядь, в верхнюю нас должны были кинуть, а не в нижнюю. Чё, ты так орёшь, а пиздец, нахуй. Чтоб ты понял, сейчас. Блядь. Нас на ВЛД ещё одно кинули, нахуй. На твита. Ну, верхняя это, ну, окей, ладно. Ну всё, там уже и финал этот. Маски. Так, кто там сейчас? Вот реально тупо нас кинули на ВЛД еще одно, блядь, а должны были на ДЦ кинуть. Ты, не знаю, вообще не паришь насчет ВЛД. Мы их можем фармить, можем убивать. Ну, твитовская можем, блядь. И то мы против него не играем. Даже это мы можем, в принципе, играть. Там мы что-то не доигрываем. То, что хаджи у нас девалует и так далее. Там надо с печатью кидать скорее. Ну, просто, блядь. Я понимаю, что это секунда времени ГКД, но это если он ДСПЛ, проебал. Либо тринкет. Блять, почему они так расположить решили, я не понимаю, по-уёбищно. Я не знаю, ну потому что, скорее всего, все пошло из-за того, что эти выбор.
Типа, чтобы ВЛД не... на ВЛД не играло, они так решили. Нет, 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 скорее из-за того, что это Мадаракс не пришел. Возможно. Да при чем тут Мадаракс? Что тут? Смотри, ты видишь, мы... вот, фейс 2. Мы в верхней хуйне. Ну, ну вот мы падать, проиграли. Ну, проиграть и в верхнюю, нижнюю. В лузерах мы в верхнюю должны, блядь, попасть. Я тебе где, это... Где эта хуйня? А нас к ВЛД, блядь, кинули. Ну, не знаю, просто для экшена, какая разница, мне вообще похуй. Топим за вас. Вот Валера я скину. Суки, могли, блядь... Они хотят сделать еще, они еще хотят перерыв сделать, как они заебали. Вон пишет, VLMAG 10-12 минут перерыв после этой фазы, чтобы починить какую-то хрень. Верпинг, я не знаю, что это значит. Перекос, скручивание, блядь. Ну, короче, когда я понял, понял, что какую-то ошибку. Что дословно, я не знаю, как переводится. То есть вот сейчас после этой можно идти 10 минут курить. Короче, мое мнение на сегодня 2 на 2, я бы не стал вместе начинать. Я собирался до 9 уже все сыграть, а мы, дай бог, 9 только начнем двойку. Ебать, они обоссали Вара. Че там? ВЛД, который, ну так и должно быть, я еще не знаю, целую присте проиграли ВЛД, это вообще за грани какой-то фантастики. Я не знаю, как что-то нужно исполнить, чтобы не убить. Нас на них не кинули, вот сука, у меня бугурт из-за этого. Но если мы убиваем Твита, то мы убиваем и этих тогда. Тогда дальше мы убиваем Кобры, и мы в финале. Ну все. Ну если смотри, мы поебываем еще... Твита, то все. ГГВП. Да ничего, что ты вообще паришь, Серёга? Я вообще не ставлю такой момент, что мы должны им сейчас проиграть. Просто бейте лок, и все. Единственное, что он с Вайдом будет. Этот не рискнет с этим Силхантером. Тот Силхантера держит на сайленсе, это, скорее всего, с Вайдом. He's back up. Can he 2v3? There's no way, surely. I've just been watching the game, like thinking, wow, look at the priest, man. Yeah, the priest is dropping. Gets a bash. Ты еще что скулишь-то? Слушай, а я могу, чтобы на локе, допустим, желтая печать висела, на друле зеленая? Нет, там, ну, короче, по-хорошему даже печать может только... На одном только держать, да? Да, да. Ну, я не знаю, как здесь, но вообще... Как бы вот это знать, вот эти... Просто Валера, короче, лок охуяр, как дурной, блядь. Этот лок, короче, блядь, он пета под собой держит. Он там от свипов заудишься, нахуй, я еще экзорцизма туда кину. Ты тут, Валера? Ага. И там уже в конце, когда уже может что-то это, фир на рандоме нажать, не знаю. Пока сейчас 10 минут перерыва, правильно я понял? Или мы сейчас играем? Писали в чате, ничего пока не пишут. Играет еще. Хуево, что мы против них 1-1. Я хотел бы против ВД, против ВШ 1-1, 2-2, точнее, остаться. Over us, Ethan. Или мне кажется?
trying to train the druid right now, but he's alone there behind the pillar though. This is nice. Give it, the shadow step back was so good. Yeah, but look at the damage on the warrior, man. Yeah, I know. So bad. Death call into fear for the druid. Бедный воин просто. Я знаю, я вот говорю, я не понимаю, почему они не смогли гному даже просадить. Ну тут булки не расслаблять, в Rock Walk Prison у нас реально сложно. Они будут играть с молодец, с пелом, бабой и так далее. Да ничего не сложно, мы их помнишь как убивали? Лок под пуржем просто как проститутка там, копыта отбрасывала. Может. Даже зубы там с пуржем вообще там ничего не было. Я представил, прости, зубами, с копытами, блин. Мы сколько играли, помнишь, против команды вот этой Camel Hill ее? Они же играли. Мы тренились типа перед турниром, мы просто лука убивали, там спурживали все. Там присту только костами хилить. Ворока хилить. О, мы против кого-то. Против кого? Кина, Динас. Ну вот, ты против Твита мы. Все, регаем. Угу. Че, где они? Не знаю. Кажется, может. Давай, Валер, надо лока вообще, блядь, уничтожать. Вон твит этот бегает. Короче, я тогда зеленую над руля кину и дам ему хочешь, я хуй знает. Хотя ничего, не, я кину желтую ему. Он будет далеко. Потому что когда зеленую тринкуешь, она исчезает. Я кину желтую, блять. Да хрен с тремя процентами крита на не снимет, хочешь, или бахнешь себе. Тоже дело третье. Да я там на эту херню даже смотреть не буду, блядь. Надо же контроль продолжать, да, это видно будет. Все. Че? Че все они? А, бегали. Скажешь, Юра, если фирить это рядом будет. Мне лучше ну, друида зафирили. Ну угу. До друида, бля, я хуй дойду. Скорее всего. Ну смотри, наверное даже будет вот. Ёбана. Просто смотри, если ты фирил, фирил друида, нет? Хуй знает, не помню. Да, вроде фирил. Это тоже в качине, чему ебаная. Ну ты чё думал? Кто тебе Серега, блядь, будет без этого? Пускай меня все, я понял. Я пужу, не очкуй. Две доты мне ничего не сделают. Там болт, правда, не спеши. Комбат вару? Крушок вару. Драуник. Блять, мне дотянулся. Бэл. Хорош. Ой, хорош. Сейчас поехали. Диспел у них нет. Там единственное, правда, фулл хп. Не по мне едут. Я фридом по себе нажал. Давай, вара замедлю. Бежал, вара. Шутнул. Хоть ждал. Понял, я трини. Мне кажется, надо... Теряю друида. Давай. Дисплей себя. НСК. Баблить? Да. Да.
Мне сбили каст. Да, бей, не отвлекайся. Хилис. Ебашь троида. Ну эти нулевые вообще по сравнению с... Я же тебе объяснял, да. Я даже несколько не жму. Миша. Я вначале там стоял за... У меня все есть, у меня вообще все когда есть. Кроме Белла. Блять, я еще желтую печать зачем-то кинул, блять, там Пет вообще синяк, блять. Чё? Пет синяк, говорит? Ну это раньше так называли, Войда, синяк. Надо было так обосрать просто. Сука. Ну, все. Короче, если он... Да, все, я понял. Что мне сделать? Лук это тупо, он меня вначале надотал, я себя все сдиспелил, а дальше что-то... Чуть-чуть это... Юру надотал и все. Не спешите, там ход и щиты и так далее, нам чё, куда? Комбат вару? Вару далеко. Да, мне дота. Я не тороплюсь. Не спеши, все правильно. Вар там уже очканул, не знаю. Я ребафнул печать. Ой, бля, зачаржил. Погнали. Они по мне, да, влетайте. Блядь, чё ж ты не на лока-то пошёл, ёбаный в рот. Да кого ты бьёшь, ты ёбаный в рот, Валера, блядь. Блять, кружок вокруг колонны сделал. Съебался уже, дота. Ну, не смогу сейчас. Пизда. Да нормально все, я не очкую. Я на лока иду. На закате или как бомжи, блядь. Да я не знаю, Валера там, блядь, какие-то круги дает. Вара, давай я худшему дам. Да. Репа друиду. Варова концепт. Бабл. Угу. Диспелю Валера. Тернул друида. Хорошо. Диспелю. С фридом, да, если есть? Серега, сейчас надо кайтить. Ну я никак не закачу. Не зарм бейте. Просто бейте, да. Зачем? Иди ко мне, Серегу. Серега. Триню эту хуйню. Травник. У меня хочешь есть. Подойди, Вара, убьем. Да, недалеко. Резист, блять, это игра ебаная. Не ходи, иди обратно, Варвака. Мне диспел сможешь? 1-2. У меня нет нески, Валерий Боб сейчас надо будет. Пока они меня понял. Бьют, они меня бьют. Все, я понял, все. У меня нет фул, аккуратно дефайтесь пока. Просто к столбу, видите? Меня вводят. Я знаю, типа, да. Да тебе говорят, к столбу иди. Да, он, блядь, не слышит ничего. Я дал ему пару хилов, себя бинтил. Тебя элитрейдер хилит уже, блядь, Валера. Все, пошел. Иди сюда. Я забинтовался. У меня ходж есть. Блин, вот этот орка ходжить, это я не знаю, последнее дело. Валера, не лови морта, дайте подниму. Это ебашу. У меня маны 0. Нам типа ресет пойдет на пользу только. Ничего страшного, пускай. Не ловите тоже пока. Пить надо. Держи вара, да. Не лови морта, Валера. Вар без фото, кстати. Хочешь, даю. Репа, друид. Давай, по вару. Ебаш. Сука, батлмастер. Разбили тремор. С ним диспели. Угу. По мане все не густо. Эфире, дай тремор. Может... Да. Кого бьют? Граунинг. Маслока? Варвака. Я крылья сейчас буду жать со всей хуйней. Если меня я буду. Если я тебя прохилю, да. Ты не убежишь. Давай друида попробуем. Давай. Там забей, у меня уже хп нет. Еще катка? Да.
Валера, блядь, в начале ты зачем на старт, топ побежал? Старт это просто пиздец, блядь. Ворот, на доте был. Через пол карты доп дал. Так что не выебывайтесь. Так зачем ты за стол-то полез? Так, блядь, вар меня чаржнул. Вар меня чаржнул. Ну нажми ты булдрейдж. Булдрейдж нажми. Да, вы заебали. Нажми булдрейдж, да чаржнет и волка. Не знаю, что ты вот это делал. Ну, да. Чтобы нас раздотал всех троих. Чаржнул, чаржнул, резист. Ты кружок, блядь, вокруг колонны вместе со мной, да. Я вообще охуел. Меня, возле меня вот стоит. Меня бьет этот хуй, меня дота, это ты, блядь, вокруг столба пробежал зачем-то. Не заметил лока, они вообще за другой столб ушли. Такой пиздец начался. Сразу, блядь, вгрызайся в лока. Вот это наша арена, блядь. Спасибо, грызи, Кэп. Блядь, синяка этого ебана. Синяка, да. Сейчас, блядь, последний шанс, блядь, всю ситуацию исправить. Блядь, не получилось, чуть если бы крылья я нажал тогда под тот ходж. Не знаю, мог я или не мог. Короче, это то, что ходж ворка там один зашел, это, мне кажется, рисковая хуйня, что вы делаете. Да мы почти взорвали его за тот ходж. Не, я не говорю за тот, я за тот, который резистил. Не спеши, просто не спеши, я ком отдам вам. На ход он. Ну не спеши просто и все. Куда вам лететь? Пускай хотает, ну, мана тратится. Нам там делать нехуй. Пускай дотает, наплевать вообще. Сейчас щиты спадут. Мне от одной доты ничего не будет. Может друида начать, я не знаю там. Сейчас я сниму с него мощную эту хуйню. Он ребаф не может, кстати, в этой хуйне. Все, я уйду сейчас. Идите на лок, бар, зачаржу. Все. Репу. Ну стоять, блядь. Реп. Блядь, не дал нихуя. Блядь, я, блядь. Я всю хуйню сделал, фридом не туда, блядь. Хочешь? Блядь. Тоже не? Живёшь? Да. Кир? Нету. Ещё пета выживал. Раоник. Не забью сейчас. Пять стою. Меня прокает. Сайленс. Мортал надо. Чё? Мортал. А, всё. У меня ходж есть. Пора бы. Не с ничем сбить, блядь. Короче, ходж даю. Надо убивать сейчас. У меня боб еще ж есть. Боб Валерий, срочно. Да. Сейчас реп там. Просто добивайте, да, давай. Реп фул. Фридом, бей. Я умереть могу сейчас. Не умрешь. Хили Валера. Валера, я. Хорошо. Бля. Я ухожу, у меня маны нет вообще. Вы поживите немножечко хотя бы. Сейчас я приду. Я хилю его. Нормально, я захилю сейчас. Все, не бей вара просто, Валер. Ходж дам друлю. Я поживу, нормально. Но убить его просто. Ты в ручку-то один? Да нахуй она нужна, блядь. Смысл так. Серега, хилишь? Нет. Серегу не хилил, тебя хилил. Да. Сейчас кота ёбнуть надо, он заебал меня, вара. Все, Серега, выходи. Сейчас я фрушок дам вару. Уходи, бро. Уходи, Серега. Там у него нет чара, сейчас я хильну. Все, я ушел в лос, живите, я бинтую. Фрушок вару. Я живу. Все нормально. Я вару хуй. Ничего нет, я стою фул. Просто сиди в щите. Я сижу. На орехе там может и будет мана. Не, я тебя даже смысла уже не вижу. Тебя не вижу смысла хилить уже. Сейчас я попробую, дожди. 300 хп, блядь. Просто, блядь. Серега, вгрызайся в эту победу. Я пью. Я бинты. Мы пьем пока, подожди. Ты там не умри просто, блядь. Ты в щите, надеюсь, на. Ура, да. Все. Друид там в инере.
Замедли просто. Все, я его ничего не надо. Мортала не поймай сейчас. Давай, баши. НС, реп отдал. А вот не там удал. Цеп друида. Друлю, друлю. Давай. Хорош. Брал ты тайма. Я не выхожу. Угу. Все нормально, мы сейчас друля должны убить. Все, я нет, убил. Не слышишь. Окей. Сосать, бля, пизда нахуй каточка. Ебать, там смех такой. Best game ever. That's a shame, that was actually such a sick game as well. I had that overlay. He had the overlay all along, that's so bad. I swear. То есть сейчас две темы, потом две темы, и потом последняя, да, тема? I'm not saying anything. Кто следующий-то? Ну, exciting game has technical assist. Они, короче, там это... Чё ещё раз? Типа, самая интересная игра... Это, технические проблемы были, мы их нихуя не посмотрели. В смысле? А, нас там не показывали, да? Я не знаю. Напишу сейчас. Just be happy it didn't happen on the final game of Cobra. Then honestly, the chat really would have been toxic. There would have been a freaking outroar. Champions League final of PvP. That is fucking sick. That is actually sick. Honestly, boys, the Champions League final is coming. Бать, мы там пизда на 300 хп, блядь. Я хуею. Чё там, ничего больше пока нет? Так, битейка 10 минут, да. Угу, кофикс. Так, мы теперь против ДЦ. ДЦ Лок, ой, ДЦ Лок Прист. Их тоже мы проносим, а там мы должны кого? Кобру отпиздить, и мы в финале. И опять топ-2. Так, на того дрольца придется кидать, блять, эту хуйню. Кобра ПВЕ до хуя. Геральда Иван. Бьются с випами. На батл мастера нету. Если по цепами отъедет, можно быть под шоком. Свечнуться. Да. Да. Так, значит, будет еще это. Кто там, какие темы? Три темы сейчас осталось. ДЦ Лок Рога мы будем сейчас играть. ДЦ Лок Рога, потом Продруид Шаман и кто-то еще. Блять, наверху вот это ВЛД и Кобра, мы и ДЦ Лок Рога, 4 команды осталось. Так что в
теории мы до целого круга убиваем и проходим на кобру в лузерах. А против кобры ты кого, МХ хочешь трамбовать? Конечно. Я тоже так думаю. Только меня, трутов там не использовали хорошо. Не, ну там дотов нету. Пиздец, на 300 хп вышел, я охуел. Я там бинточки на мне, кровотек висит еще. Нажимал, чтобы это чуть-чуть хильнуло хотя бы одним тиком. А, то есть сейчас мы будем взять, короче, этих прист, варвар, про, да? Тут главное Юре не дать сапа словить. Ну, то есть, чтобы он свою хуйню вот эту не делал. Чтоб шансов на победу им не давать. Гном ёбаный. Ну, там гном может, вот, если что, может, все там может съебаться. Замедление скинов. Надо следить за этим делом. П, я постараюсь это уебать. Чтобы отъехали все. Но против них забей, мне кажется, тут пета не нужно. Там, понимаешь, там Юра все уржит. Нам надо просто лока вваливать. То Блум это хоть как-то хилит, а там чё, Ренюшка, щит и мендинг. Флешки там Юра кикает и всё, хуйню пуржит, и всё. Лок дохнет. Можно даже пета вот сфирить твоим фером и всё, чтоб он... Потому что на присте фирвард будет, приста пуржить, это нахуй не нужно. Пета фиришь и всё, и... У нас 8 секунд свободных. Плюс они алики рога стринят эту хуйню. Получит фростшок какой-нибудь. Ча Юра придет. Мы ж помнишь, убивали эту хуйню. Как раз твит в ней играл. Которого вот мы сейчас напиздили. А чё ж там было-то на стриме, блядь? Видеоматериалы. Sorry for that game again. It happened on a smaller tournament ages ago. I think everybody was like commenting. Man, that was nice, man. The rogue just switches on druid, gets like a full. Yeah. And with like the jukes and stuff. So fun. Okay, game's up. We have the WLD. Russ. Yeah, this is for winner of loser bracket. Yeah, rest of shaman, retreat, and warrior. Let's see. Dots are up on the rest of shaman. Okay, that's curious. Yeah. Totems are placed. Let's see if you can get the tremor. Opt not to. Oh, they're gonna go for a lot. Yeah. Yeah, the cleave is gaining ground. The totem is still up. Tweet might be in trouble. He's coming. Bro, the last. Everyone. Yeah, last is up. Disarm onto Resolet. It's actually good disarm. Good kiting as well from Tweet. I'll give it to him. We have a freedom. Okay, we have a Hodge on the Druid. Oh man. Let's see. Locke's gonna take damage now. He's got 5 Sunder, and a bit of the Bloodlust left, but surely it's gonna end soon. Palace taking damage as well though. 23%.
He's forced to bubble now. They might kill the lock through his bubble. He's gonna be full. 10%. Man, yeah, the Paddy just, he didn't even heal when he bubbled all. Like, he just wanted to kill everything on his mind. They could afford to, they have no money, folks. So. Что там нет пока никаких анонсов? Анонсов пока никаких. Не знаю. Не, вообще ничего. Я повторы смотрю на суть игры. Посмотри, вот эту последнюю игру, которая была на... Сколько друид бегал до первого репетанства? По секунд 10, наверное, побегал до этого репетанства. Да вообще, он должен через 2 секунды было. Когда вышел из формы. He's not sure yet. Прям смотрите, я вот смотрю сейчас, как Валеру, блядь. Кружок вокруг столба наебывать будет. Нет, лучше смотри следующий, где там другие без репетиции. Да мне вар сразу цепки, там я сразу не могу. Лишь надо печать там много каких-то, всё. Там просто не диспелли, там вообще это надо ловить более. Сейчас, ладно. Пойду пока АФК часть дем. Что ты где смотришь? Вот вар меня чаржит, Валера побежал, блядь. А потом чержнул Лока нормально, все. Лок отпрыгнул. И курсу, блядь, схватил. Пошел, блядь. Yeah, that's true. I think that the switch on the rest of Shaman is very much in order. They go for left. It on Hatebringer! Oh, this is... We get rest of Shaman. Pala bubble, shot! Pala bubble, man. Can we get a clone on the rest of Shaman? They switch onto Lot now, they switch onto Lot. Okay, we get a druid trinket as well. Coil onto warrior right now. Disarm ends. This is bad for the Pala. If they get a mortal and some crits on him... Yeah, it looks like they cannot connect on Tweet. Oh, they have. Tweet's getting hit hard, man. Yeah, that's true. But look at the pallet, 43%, no bubble. Retrick gives the freedom on his warrior, and that's a bit, I guess it's a smarter play. The Red's, it's more of an... Red's in trouble though, man, I think. Oh no, warrior's actually in trouble now. Yeah. He's just dying from the dots, I think. Maybe, let's see. Has a full rage power as well. Yeah, man. Oh, he's dropping. Full rage power as well. He's going to warrior right now. Disarm ends. This is bad for the pallet. If they get a mortal and some crits on him. Как ему повезло тогда, сука. Yeah, like cannot connect on Tweet. Tweet's getting hit hard, man. Товару тогда, то что Battlemaster. But look at the pallet, 43%, no bubble. Retrick gives the freedom on his warrior, and that's a bit, I guess it's a smarter play. The Red's, it's more of an... Red's in trouble though, man, I think. Oh no, warrior's actually in trouble now. Yeah. He's just dying from the dots, I think. Maybe, we'll see. Let's see. Has a full rage power as well. Yeah, man. Oh, he's dropping though. This could be a game for WLD. There's like no pressure on them. They're all full HP. Yeah, we have a full clone on the rest of Shaman. That's quite unfortunate. This could warrior be could it. Die now. This could be it. Grounding totem is down. It was a shock. Валера ебашит, я ему холи лайты, блять, косты. Good thing from Resolat. Only half, and he's gonna get the heal. They need to go. This is the exact play they needed. They need to just slow it down, get full HP, go back in when they're ready. They need to play ultra defensive. Possibly needs to catch up on a lot of healing now. He opts to heal his retry, but warrior is still down. Let's see if he gets the heal. Gets this heal, another second heal, third one, and the warrior's back up. They're on the safe. They're going for the pet. Oh, it goes to tide. It's a big tide. Yeah, big tide. Is it gonna go down? No, it's ticking. And it's ticking. Quite curious. Ooh, the lock is pushing in now. Hatebringer is dropping, man. Oh! He goes to the Hellstone. Он камень съел с Battlemaster, сука, поэтому выжил. Еще камень же, блядь. Gets a disarm. Oh, the warrior shrink is a clone. Oh, the Paddy's in big trouble, man. Resolute. He's got nothing, he's gone. Surely. Oof. He is. Oof. There it is. Okay, he played that game better. We saw better kiting by Tweet. More switches overall. Yeah, yeah. To be fair, the kiting from Tweet helped them so much. They just couldn't connect. They're forced to go on the warrior. Really nice. Просто вначале.
До лука не дошли, чем все обернулось, пиздец. Can we get the overlay, maybe? Ебать. Он последнюю игру стримил, блядь, с этим. С таблицей, блядь, на экране Вова. Low, he had to overextend. Maybe a system DPS on the wall. It's gonna pay the price for it. Yeah. Snex is dropping. Master Street. Yeah, some dots are up. Watch Tweet HP. Oh, they connect on Tweet big. Dana. Okay. Right. This is gonna be harder for the Warlock for sure. Not much pillar to hump. Only the tomb. It's out in the open. Oh, they're gonna go for it. Yeah, some dots are up. Watch Tweet HP. Oh, they connect on Tweet big this game. Look at them. Yeah, yeah. There's a good disarm actually from Hatebringer. Сегодня я с ними связывал, сейчас хотел позвонить. Yeah. And the pally's dropping, man. They're all dropping. There is a hodge on. Yeah, really? Mm-hmm. Oh, supposed to be me, man. 30%. Goes for NS on his pala. NS on his pala. Let's see if he can survive that. I think he's just getting trained by the warrior, isn't he? Oh, we have a Feldon. Huh? Wait, was that pummeled? It's just so hard to get his team up, man. Look, they're all 50%. Yeah, Tweet is about to die. Look at Tweet! 20%, man. Oh, there goes the BL for science. Silence. Oh, they need some sort of CC on the warrior, I think. Druid goes for Tranquility. Oh, look. Something needs to catch up on a lot of healing. Yeah, now. Look, all of his team is 30%, man. Tweet's dropping fast. All of them next to the range. Oh, this is such a big game. They purged the bot. Very charge. Very charged on 20% on Tweet. Oh, Tweet's in big trouble now, I think. 10%. Yeah. Oh. Yeah, he's dead. Oh, wow. Oh, Resolette! Maybe Resolette's gonna die. Man. I'm sure. Sam. Oh, it's a good disarm on the Hatebringer. Yeah. Spositive knees completely. Ooh, maybe they can. I don't know. Maybe they can drop the warrior, but it's gonna be hard. Так, я тут что там, движуха какая-то есть? Я повторю, смотрю. Very good play. Так, у нас вообще дисканула. Yeah, it's in the back. Да, я перезашел. А, все, я понял. His turn's actually helping the pallor as well. Let's see, Spasoni doesn't have a lot of mana to heal everybody. It's a bit of a struggle right now. Пишет типа, чтобы мы регали, что такое. Да. Мы регаем сейчас. Регаем, да? Да, пишет Q. Я не лидер, кто лидер теперь? Сейчас дам, наверное, я. Ну регай, как раз. Метки. Блядь, да, сейчас, не заходи, пожалуйста, всё. Короче, Юра, смотри, что мы придумали. Валера ферит локовского пета. Ты лока пурышь, и мы просто разъёбаем и всё. В смысле придумали? Потому может, что даже на бейте все равно понял, фирвард будет. По не, идее, я понял, же, мы просто ничего не обговаривали. Да, мы ну, подумали, ты пришел, а уже играть, да. А. Да не без разницы, бейте лок, и все. Типа под пуржем он должен умирать. Тут, блядь, не дай себя сапнуть, самое главное. Не давай им шанса на победу. Как пойдет. Никак пойдет. Да, Серега, говорю, это говорю, это такая хуйня. Либо вы стартуете с двумя, тогда даже 2-2, это уже риск. А начинать с одним, это хуйня полная. А мы на центр бежим, да? Ну, так мы точно не здесь будем. Я лучше дам, ты это. Ты слева лучше ставь тогда. Лужа. Норм, все. Три дотема есть, все, я в комбате. Вон, рога спалился, пошли на лока. Так, лока, просто лока, да. Присту хочешь пошел, давай. Так, Валер, расово.
Валера расовую. Рестрепа. Там тринкет был, Валера, сможешь фулфер? Фридом, да? Серега, давай. Сайленс. Фридом. Валерий бокс. Ой, блядь, дал. Там зубы. Я вижу. Уржу. Фулфер. Все, добивай. Чипшот. Если что, забаблюсь. Все, я бабл жму. Да, все, да. Бинты. Хочешь, ну, а нахуй, блядь. Вышел. Разве он быстро нажал? Короче, Валера, скорее всего, двойку я уже не смогу с тобой играть, поэтому сразу типа откажемся. Ну, я вижу, где, короче, ну, реально уезжать надо. Я думал, до 10 вообще турик заканчивать. Что? Ну, сколько надо уезжать? Ну, короче, мне надо в 10, это потолок. Прям вообще пиздец. Сейчас 8. 8, и мы еще даже тройку не доиграли. Сам понимаешь, двойка, там игра по 20 минут в среднем минимум. Плюс это организация и так далее. Дай бог, 12 закончится турнир. Я знаю, блядь, но я не думал. И ваша очередь играть настанет. Да. Так, не спешим. Все, я в домике. Все нормально. Я не думаю, что они по мне пойдут. Не лови сап, Юра. Не да наплевать на этот сап, лоб далеко. Сакра. Сакра. Валерий, сакру. Так и висит на нем. Да, нет, все. Валера, у сакры она висит 30. Я пойду тут, я тут это оставлю. Я не могу раньше ее кинуть. Ну если сапнет, он к вам не придет. Все, я сейчас пойдем к ним, я пойду кушать просто. Не спеши. Чего, Валера? Сакра, да. Там глаза уже есть, я могу лаз взять. Я в комбате. Я сажусь на маунт. Все, давай. Он, кстати, там вард. Фир резист. Снял с него фир вард. Валера, расу. Фридом. Дал. Фир, пристол. О, хорош. Он фул стоит. Пиано, я уноси, знаю. Уноси. Я хоть... А, репу ему дам. Или... Ну, в принципе, это все попроще. Найс хоть треньканул. Все, две. Теперь ждем. Он типа в чат пишет, о май факин гад, хи гот делетед. Что? О май факин гад, хи гот делетед. Это катарчик пошел. See you later. Короче, для нас самый прикольный расклад может сложиться, если... Ну все, сейчас мы играем против... Не, я не за это. Я вообще говорю, что если челик сейчас забухал, он самолет не пустит. А, ну это да. Я хоть двойку нормально поиграю. А ты не знаешь, где он? Не знаю, он бухает где-то в Калининграде. На 2.40 встречу. А кто такой-то? Дядька какой-то, да? Дядька. Иди сюда, вот этот раб проскриптованный. Чтоб сейчас его заметить. Вот, и вот иди сюда. Вот прям где я стою. Вот иди сюда, смотри, что он делает. Ну, я видел.
Fucking Swave, take it, boy. But supposedly he gets some mana now. Can probably keep him up. He needs a crit from hell. No, nah, didn't get it. Nah, and I think the Paladin's done. Чё? Ну скажешь, если будет весь лучше, пока по телефону. I'm not sure, I think Paladin's okay right now. Yeah, he's alone. Oh, good slow, good slow. Needed that. But it looks like they're gonna go for the Paladin. This Paladin could die, man, to be honest. I don't want whatever little CC Redris have. Играет? Скажите, кто-нибудь играет? 1k HP! Drop in! Yeah, Eat the Mate! He's not dead! Oh my god! This disarm was so big. Paladin's fine, he's just gonna run and drink. Saved his life. They're both drinking. Full roots onto Rezalet, but Warrior's just training him. It's fine now because the Paladin and the Shaman can reset, I don't think. Bekdudu has his Innervate up and Sposobni is drinking, he's not going to purge that. Oh! Not bad from Hatebringer. Rezalet's still, well no, Sposobni's still kind of low mana. Rezalet's 40%. Druid comes back with like full mana. Oh! But Hatebringer's dropping, he's surely dead. He's in a hodge. Oh! Hellstone Battlemaster! Hellstone Battlemasters. Oh! We have a Repentance on Bekdudu. Oh, they want Bekdudu bad. Halloween, they're going for it. Сейчас типы играют, а потом мы с этим, с Коброй. No! Чё за типы ты играешь? I'm so sorry, boys, I'm so sorry. Это VLD получается, да? Кто-то другой. VLD вот это топовое, играет с Коброй. Потом Кобра на нас падает, мы его убиваем и играем опять с этим VLD. Всё. Just cap of pride. Everyone. Это, я думаю, можно не смотреть, они отпиздят. Кто там играет? Ну, Кобра с этим. С Гингизом этим, блядь. Или как его там? Ты что-то там скинули мне. Okay, game's up, game's up. Right, we're rocking and rolling, boys. Let's see if the rogue is gonna get a sub on the cleave. Что там, Вару в ВЛД просто друиды бьет. А, тут скидывали вот. Короче, вот в канал тройки сейчас скидывают. Ссылки типа пишут. Очень нравится, как показывают камеру сейчас. Я вам скор скину. Блин, сюда нельзя писать. Сейчас вот. О, это Pet Silence on Sposobni. It's huge. It's so big. Yeah, Resolve and Shino both low. This could go either way right now. Че это был? Pops the kidney right there. Домашний. There goes the MS on Resolve. Yeah. It's probably a драка за столбом, блядь. PS is down on Task Collector. Нет, это не драка за столбом. Ему пишут, типа, мне очень нравится, как показывают происходящее. Он там за столбом месяца, этот молчит. Да-да-да. Ну да, там было такое. Че-то я не понял, кто там выиграл сейчас. А, еще момент, короче. Еще сейчас. Он нам вот последнюю игру, когда стримил против... Да, у него там был текст на этом, на экране. С командами. Oh, it's a Pet Silence on Sposobni. It's huge. But it's so big. Yeah, Resolve and Shino both low. This could go either way right now. Bops the kidney right there. There goes the NS on Resolute. Yeah, it's probably a хуёво, что не так пиздат сыграл так. ДПЛок. Easy. There it is. Spells the bubble when it's too late. Yeah, I think so too. Ну, блин, говорю, как есть. Мы, дай бог, тройку, мне кажется, закончим.
Я не вижу смысла, но чем я по времени не успею. Я, конечно, говорю, есть главное, возможно, типа, возможно, он не посадит самолет, тогда да. Но это, блядь, я узнаю, типа, намного позднее. Ебало кирпичом сделает и пройдет. Так забей, мне кажется, их пропустят. Там у них такое катение, там ФСБшники, там, по сути дела, там простых работяг-то нет. Sap on Shaman cannot happen now when he's placing totems, but now he's wolfing again. Nah, it doesn't look like this. Не понял, а как все трое сразу? Чё там все трое? Я не смотрю просто. Чё там происходит? Я смотрю наш повтор против ДЦ Локрога. Yeah, he's gonna pay for так, подожди, там, ты кому сигналишь, ждете, get ready, сейчас. А, ну мы готовимся, сейчас там идти играть. Who gave tax collector vanish? Jesus. Этот Азия бежит так, блядь. Когда мы Лука с ваншотили. Это мы сейчас против ЛОД, да, получается? Да, у нас финал уже будет. Правильно? Мы уже всех вызировали. Кобра, сейчас должен же упасть, нет? Сейчас, подожди. Кстати, мы регаем сейчас. Что там? Ну, они уже два раза проиграли? Все, регай, да? Да. А, финал лузеров, окей. Это против этого Энхэма, правильно? Это против Турбо. Ну все, мы сейчас так, против Турбо. Ну да, да, Энх, Вард, Руид. Они уже проебали, получается, этому. Понял, понял. А что, он не стримит, что ли, я не пойму, дайте? Нет, стрим. Че, как обычно, шаман. Переваем. У Вара, кстати, вот про что я тебе говорю, Вара там ПВЕ до хуй. Ну, конечно, но этого мастера нет, ничего нет, если бы с ИПами сильно заедет. Мне кажется, они по мне будут. Да, Серега, ты там поаккуратнее. Мы, в принципе, да. С Валерой, мы в теории мы можем их вдвоем убить. Ты просто на диспеле с щитом можешь там кайтить и так далее. А что там диспели? Шоки, блять, и все. Друида. Он будет два раза наебывать. Друида, да. Да Мэнха просто развалим и все. Ты агрессивно на центр решил? Угу. Что, может, въедем в них, что думаешь, или нет? Там друид почему-то себя нахватывает. Друид вообще в этом. Пойдем, пока хотов нет на шамане. Где шаман вообще? По матвару. Ко мне они пошли. Краунинг. Друид хочешь? Он стоит. Репа. Триню репа. Бабли, наверное. Бабл. Сайленс, друид. Фридом. Давай, баш. Ты НС-ку захуярил? Да, да. Сейфы не подходи. Резерм 5. Шел друида бить. Блять. Че ты? Ты шо там меня захилишь? Я тут с варом, блять. Мне тут друиды пока, да. Все, все, все. Странно, почему РМП не пошли на этот турнир босса. Потому что ВЛД их убьет. Хотя не, наверное. Да нет, ВЛД спорно. Но вообще может быть. Вот прист. Бля, я так хотел двойку поиграть, вот бля, буду. Вот, я эту тройку мне 11 купера, сколько я 2 на 2 хотел. В итоге
9 вечера только заканчивает. А началось в 5, блядь. В 5 должно быть начаться. Сколько тебе до аэропорта их? Часа, час где-то. Mm. Сейчас у тебя возле вечера свободно. Мне до аэропорта ехать минут 20. Даже меньше. До аэропортов только. Сегодня ехал, блядь, 140 и начинает уже колеса эти трясти. Не мучай ее. Но у тебя еще поездится. У меня уже второй движок. А 1.3 движок, а ты его насилуешь. 1.6. 16. У тебя же был один малолитражный. Еще 1.6. Экономься. Серег, ты там, блядь, да, с огнем играешь, кстати, бабу на 20%. Так мне ГКД. Нормально, нормально, нормально. Пошли, может, вару пока начнем. Да, наплевать. Не надо вар, не слезай с маунта, но главное. Блять, Серега, ну ты пиздец, ебёдок. Я уже давно слез. Мне стан. Сипа. Я по вару уже еду. Ой, хочешь резист? Реп? Фир. Валерий Боб готовит сейчас, возможно. Да, да, уже. Дисперю, дисперю сейчас. Не, шишок, но не драуник. Ставим на эскубару. Все. Хуя кобра, там 30 тысяч урона. Наколупал. Так он въехал уже со спами. Ну, по идее, что у нас в любом случае. Да? Там, ну, там топ, или только топ-2 ранка. Минимум получается у нас. Топ-2 там какие награды, я просто не помню. Мерс обычный гладиатор. Ну, сейчас будет Best лучше of... из 5. Best of 5 сейчас, да? Ну, по идее, финал, да. Ну все, трамбуй варлока этого бедного, я не знаю, Валера, блядь, что еще сказать. Он сейчас Пета там оставит в глубине. Просто, мне кажется, хуй надо забить, я его сфирю и... И надо еще печать вот эту желтую... Сот, типа, регать или что? Да, а че фэн? Такие епок. Че, регу, да? Регу. Да, да. Угу. Ой, блядь, я не то регу. Все, мы в реге. Да, финал бы 5. Че 5? Ну, лучше из 5. Best of 5. Ты 5 игр надо сыграть против них? Нет, ну имеет типа. Из 5 у кого будет лучше? Кто 3 выиграет, из 5 будет уже лучше. Имеется в виду это. А BL3 имеется, ну, типа, 2 нужно выиграть. В общем, так. Так, ну, блядь, первый раз наша карта. Короче, Валера, ёбывай друида, ой, это... Ой, бля, я ёбаный дебил. Как одел это, как одел в первой игре, короче, это кольцо, короче, PvP фул против этих гусей. Так и не снимал его до конца. Валера, короче, ёбывай, хотел сказать варлок. Да, варлока, ебашь сразу. Я пойду пета сфирю, буду кину желтую печать. И начну хаджить там, репать. И к тебе подключусь. Там варлок уже в ПВЕшечке. Так, маунты, 5 секунд. Да и люди. Там, блядь, аболиши кидает. Вот гуся. Прошу к нам сейчас. Резист, ясно. Локсам, подожди, лосы, блядь, ебать. Куда вы нахуй полезли? Я еще ни одного пуржа. Бей, блядь. Я ни одного пуржа, блядь, не дал, еще щит висит. Бей, блядь. Он снял в итоге эту, блядь. Что он снял в итоге? Кир друида. Не, Сава, в кассу. Бабл. Бля, Серега, ты пиздец, ей-богу. На шанс реп там был, да. Да у меня уже ничего нет. Вару бог. Он просто не выходит, нахуй. Не дезарм. Хилинг будешь? Нет, мне фейкнул друида.
Я похилить попробую. Лосы, лосы пока. Просто Валера лосы сейчас. Хилю. Мне салфкаст, все можно ливать. Я хилю до сих пор. Все нормально. Заходи ко мне, Валера. Там болт. У меня маны нету. Все. Теперь точно пиздец. Объясни мне, Сергей, каким образом ты оказался, блядь, перед... Когда я посмотрел... Я нихуя не услышал, блядь. Какого хуя ты делаешь возле комнаты, когда я второй тотем ставлю? Объясни мне, каким образом? Когда я не дал ни одного пуржа еще, ничего. Я увидел дурля без дерева, и у меня глаза загорелись. Молодец, красава. Наша тема это... Я еще, блядь, ни одного пуржа не нажал, там еще пачка ход, блядь, лайфблум. Короче, всё, смотри, чит ворвался. Ничего, вы просто можете за столбиком постоять 10 секунд. Да, блядь, я понял. Проблема была в этом. Смотри, я кинул печать на друля, я кинул реп ему, блядь, и он реп сдиспелил, нахуй. Нет, проблема была в том, чтобы... То, что мы начали долбиться в щиты и входы. Вот это с этого была проблема. Что я не блумы пуржа, а пуржу бафа и какую-то хуйню, которая вообще не должна быть. Вот это была проблема. Что у нас ноль дамага было за всю арену. Вот это было, да. Угу. Просто, блядь, элементарно. Постойте 10 секунд, а пуржану вам орло. Нет, там щит со старта висит. И хода, который со старта он еще кинул. Мы пойдем на них долбиться. Поехали, поехали. Секунд. Доедем, я вижу. Все, сиди, сиди. Просто лос и локом, наплевать вообще. Надеюсь, с маунтов не слезли, все, поехали. Нет. Друид здесь. Да я тут раз. Может, вара отпиздим? Давай нет. Вара отпиздим, блядь. Я все еще встану. Хорошо. Вы хороший стандали, когда он наверху стоит, прям, да, не знаю. Ну я не успел, шафир будет. Я в лока пошел. Фридом. Я захилил. Не куэл. Мортал нет, сейчас дам НС. Фир дроиду. Хорошо, надо фир. Еще подать ему сейчас. Нет. Просто спамим, сейчас, она выйдет с формы. Да. Мне чар сейчас выйдет. Дал. Реп, okay. Хорош. Боб вару срочно. Дал. Хил. Да зайдет, там сейчас сайленс. Фейкнул сайленс. Я иду на ходж. Он не хилит лока, короче, он вообще въебал. Да не могу я хилить, на мне вар сидит сейчас. Все. А теперь объясните мне, блядь. Ты, короче, пизду нафиг. Хуль ты тут объяснишь? Ну, стан, блядь, наверху, когда друид даже ничего просто... Да, блядь, не успела, я туда забежал, ну, блядь. Да нет, просто иди бей лока, блядь, и больше ничего не придумывайте, заебали. Просто бейте лока. Ничего, спрота не меняется. Ну, мы лучше не можем ничего разыграть. Мы собрались идти по вару, в итоге у нас все в говне. Маунт, ну, в центре. Я бью варвака. А в старте-то ладно, варвак ничего на. Мне кажется, если бы мы начали сходу, мы бы, по крайней мере, хоть что-то сделали. Первая игра была бездарная, вторая, типа, еще, блядь, хоть что-то просадили. Когда такой момент, когда ты мне начинаешь хилить, пройдет в тебя. Что идет в меня? Валера, у меня курса, у них интераптов, только два сайленса, блядь, и вара мне может цепить. Вот ты похиль трехсекундный каст по фейкой. Да, либо мы играем, типа, через НС-ку и убиваем что-то, когда я дамажу и шоку, блядь, либо я уже сразу ливать. Ну, сейчас вот я говорю, что первый стан был в говне. Лучше просто ехали до лока и били его. Вот мое мнение. Я пока добежал, он успел подняться маленько. Ну, вот. ХП у нас уже не было. Пока мы добежали, у нас уже ХП не было. Просто шок, идите, все, за локом. Просто за локом. Ну, в щите. Плевать на него. Фридом. Где-то в фире. Я не смогу шокнуть это говно. Нет, фире. Но у вас ХП фул пока. Что вы там фире, не фире. Фул, мне койл. Я еще ни удара по локу не сделал, блядь. Я умру сейчас, нахуй, я бабу жму. Здорово. Валерий, боб. Дал боб. Хочешь? Нет, блядь, мне сало в каст.
Не снимай, Валера, Бобчик. Я въебываю просто. Давай, просто бей. Реп дам все. Нет, не дам. Я умру ещё. Ну он его как не худеет, вы даже под... Надо ну, что-то все. Поменять, но уже поздно. Все уже. Даже мы проебали. Короче, ладно, сбей. Надо что-то другое придумывать. Что полная хуйня. Либо заводить, либо кать, я не знаю. Потому что он... Все вводят нас, и варвар спокойно прохиливается. Потому что на нем всегда есть три бона. Всегда. Он пишет, способный didn't cast a single heal. Чего? И пишет мне, что я нихуя ничего не диспелю. Такие умные вышли бы, блядь, попробовали этих типов убить, блядь, вот им параша, блядь. Ну, говорю, как есть, по идее, должно быть 50 на 50 у нас. Ну вот я вначале дал фридом Валере, блядь, сферил. Так, короче, ладно, Валера, бар сел на меня, 10 минут курим. 10 минут курим, сейчас я отзвонюсь, узнаю, что и как. Либо сбиваем хуй на эту дверь, что еще дается. Так, что, получается, 2, да? Ну,